Почем бананы? Бананы 150 рублей килограмм. А яблоки? А яблоки 98. Сынок, сколько у тебя стоят бананы и яблоки? Бананы 20 рублей килограмм, а яблоки 13 рублей килограмм. О, как здорово! Это слава богу! Давай по килограммчику. Слава богу! Так, сейчас еще хлебушка ей взять. Уважаемый, я правда не пытался обмануть. Тут такая ситуация. У этого дедушки сын с женой погибли. Осталась 14-летняя внучка. Я узнал, пытался как-то помочь. Наотрез отказывается от помощи. Я просто не придумал другого какого-то способа, кроме как снизить цены, когда он приходит. И знаешь что? Он когда приходит, в этот день я больше зарабатываю. То покупатель оставит сдачу, то придут пол прилавка выкупят. Господь, видимо, видит мое желание помочь и как-то поддерживает меня, что ли. Я очень молюсь за этого деда. Уважаемый, сдачу-то возьмите! У меня скоро крупное мероприятие. Овощей и фруктов на 90 человек.